Вы доказали свою честность. Возьмите зерна, сколько нужно, и ступайте с миром. Рувин, садись. Я не голоден. Ешьте. Братья. Симон. Так, вот как вы ответили на доброту моего господина. Обокрали его. Мой господин, клянусь богом моего отца, мы ее не брали. Ты и твои братья, возможно. Но юноша, как ты можешь ручаться за него? Клянусь, я невиновен. Тогда кто ее украл? Может, мои слуги? Или я? Кто? Все ясно. Забирайте то, что купили, и возвращайтесь к себе на родину. Мальчишка же станет моим рабом. Мой господин, молю тебя, отпусти его. Возьми меня вместо него. Горе утраты убьет моего отца. У него был еще один сын, Иосиф, который умер. Как? Он умер. В пустыне. Его разодрали дикие звери. Горе моего отца было ужасным. Он не переживет утраты Вениамина. Он хороший человек. Лучший из всех, мудрый и добрый. Оставьте нас. Ты лжешь. Твой брат Иосиф не был убит. Ты и твои братья продали его в рабство. Вот бумага о продаже. Вот свидетельство твоего предательства. Как ты думаешь, откуда у меня эта бумага? Не догадываешься? Рувим? Симон? Я Иосиф. Я ваш брат. Мою мать звали Рахиль. Моему отцу Иакову сам Бог помог примириться с его братом Исавом. Это правда, Рувим. Откуда я могу это знать, если я не Иосиф? О нет, не бойся. Я не причиню вам вреда. Я знаю, что Вениамин не виновен. Это мои слуги подложили чашу ему в мешок. Вам нечего бояться. Видите? Я прощаю вас. Всех вас. Но как ты можешь простить нас? Это был промысел Господний. Он привел меня сюда, чтобы я спас мой народ от голода. Иосиф. Симон. Рувим. Все хорошо. Иуда. Поезжайте к отцу. Скажите, что его сын Иосиф жив. Скажите, пусть приводит свой народ в Египет. Пусть он живет здесь.
Отец. Иосиф. Мой. Мой сын. Сын мой. Мой дорогой сын. Вы останетесь в Египте и будете жить у меня. Я вручаю тебе посох Авраама. Отец, братья. Потом Иосиф, все его братья и все люди того поколения умерли. К власти пришел новый фараон, который не знал Иосифа. Исход, глава 1. Царь мой, этих иудеев скоро станет больше, чем нас. Если будет война, они победят нас. Надо быть с ними суровее, мой царь. Но как? Я делаю их жизнь несносной, но они терпят. Я отбираю у них золото, они скапливают еще больше. Я морю их голодом, а они крепнут. Нужно забирать у их семей новорожденных детей и убивать их. Иначе с ними ничего не поделаешь, царь. Да будет так. Меня зовут Амрам. Это моя жена Йохаведа. Мой сын Аарон. Моя дочь Мариам. А где другой твой сын? У нас больше нет детей. Нет. Люди говорят, твоя жена была беременна. Похоже, она разрешилась. А значит, родился ребенок. Мальчик. Нет. Значит, люди солгали. Люди ничего не могли сказать. У меня нет других детей. Они еще вернутся. Нужно что-то делать. Кто-нибудь проболтается, и они найдут его. Младенец! Как он здесь оказался? Отнеси его на берег.
мальчик. Мы должны отдать его солдатам твоего отца, госпожа. Нам приказано доносить о таких младенцах. Какой хорошенький. Стоило мне взять его на руки, как он перестал плакать. Я ставлю его себе. И ослушаетесь приказа фараона? Кому, как не мне, дочери фараона, не подчиняться ему? Как моя госпожа собирается кормить дитя? Найди ему кормилицу. Госпожа, кто ты? Как ты посмела прийти сюда, девчонка? Это запрещено. Я знаю женщину, которая может быть кормилицей. Она тоже иудейка. А ты уверена, что она захочет? Да, госпожа моя. Раз так, я заплачу ей и возьму ее под свою защиту. Госпожа очень добрая. Но при одном условии. Когда ребенок подрастет, ты приведешь его ко мне во дворец. Он будет мне как родной сын. Как ты думаешь, узнав об этом, женщина согласится? Да, госпожа. Значит, решено. Я назову его Моисеем, ведь я вынула его из воды. Уж лучше бы мальчик умер. Отец! Ты тоже хороша, Мариам. Убежала, не сказав ни слова. Мы чуть с ума не сошли от беспокойства. Я знаю, какое у тебя сердце, Яхаведе. Мягкое, любящее. Когда придет время отдавать ребенка, оно разорвется на части. От горя. Ты хороший человек. Ты ежедневно молишься и любишь Бога, но ты не знаешь Его. Я вижу в этом провидение. Это не принесет тебе ничего, кроме горести и печали. Госпожа, мальчик по имени Моисей. Какой ты красивый мальчик. Ты знаешь, что будешь жить со мной во дворце, Моисей? Своего сына у меня нет, ты будешь мне вместо него. И я буду любить тебя и заботиться о тебе, как родная мать. Обещаю.